По поводу котика Гоши. К сожалению, прогнозы неблагоприятные. И его состояние уже, наверное, никогда не улучшится. Я радовалась маленьким улучшениям. Все надеялась как бы на лучшее, потому что первоначально у нас была только мочекаменка. Потом оказалось, что кроме нее у нас еще и почечная недостаточность. Вот с 25-го у меня Туся болеет, не болела, мы уже прооперировали, слава богу, все нормально. Числа с января. С 28-го за компанию с ней решил болеть Гоша. Вот он, первый раз ему ставили катетер, он на капельницах неделю был. Потом убрали мочевой катетер и внутривенный, он сутки опять не писал. Опять поставили, опять все по новой, опять через неделю сняли. На прозерине и на остальных медикаментах, чтобы писать, но... Вес мы теряем, кушать мы нормально не кушаем. Писать, писать, но не в этом счастье. Почки одна вообще не работает. Поэтому бесконечные уколы, бесконечные лекарства. Практически кушаем насильно. Но пока еще жалеется. Чтоб не начали там советчики говорить, усыпи, не мучай животное, я отключу просто комментарии. Я не буду его усыплять. Прожил товарищ у меня 11 лет. И сколько там отведено еще, столько и наше. Будем жить, сколько нам отведено. Буду поддерживать его, колоть продолжать. Кормить насильно с рук, грубо говоря. Вот он сейчас психует после укола. Говорит, ой, хозяйка, садюга опять жопу наколола. Сколько отведено, столько и наше. Ну, понятно, что если вдруг случится такое, что он будет испытывать жуткие страдания, тогда да. Только в этом единственном случае я решусь на усыпление. Поэтому Гоша будет жить, сколько ему отведено. И останавливать терапию я не буду. Как бы это ни было, ни дорого, ни обременительно и так далее. Да, Гошенька, скажи, я хороший котик. Да, я столько вытерпел процедур. Да, и сколько получится пожить, столько и наше. Так что единственное, что буду себя к мысли приучать, так сказать, что не выздоровеем мы, грубо говоря. И рано или поздно будет у нас неприятный момент расставания. Ну, 11 лет, конечно, для кота это не возраст. Но вот, собственно, у британцев такая породная предрасположенность к такой печали, таким заболеваниям. Так что вот такие дела у Гоши. Он жалеется, ребенок. Ну как вот его усыпить? Как? У меня рука не поднимается на это. Нет, скажи. Будем жить хоть сколько-то. Все наше. Будем жалеться, да, каждый день. Да, мальчик мой. Да, да, да. Вот скажи, жопку мне почеши. Я люблю, когда жопку чешут вот так вот. Вот скажи. Да, вот такой котик Гоша. Умничка моя, многострадалец. Да, я его лишний раз сейчас не чешу, поэтому он в таком вот состоянии. Ему и так достается всяких манипуляций, поэтому не кошмарю лишний раз, товарищи. Да, стараюсь только больше жалеть после всех манипуляций, чтобы не сильно его кошмарить. Да, вот такой ребенок мой. 11-летний парень. Мошек.